Это уже похоже на пароль. Белиберда какая-то получается. Ну вот, это уже похоже на пароль. Thank you.
Ну вот, это уже похоже. Ну вот, это уже похоже на... У вас продается меч-кладенец? Ну, Елисей, ты только дверь открой, я тебе расскажу, чего и где продается. Гадание на все случаи жизни. Назовите пароль. Елисей, кончай придуриваться. Это я, Добрыня. Пароль не принят. Ну что ты с ним будешь делать? Лягушки свежие, с утра в болоте квакали. Ай, подходи, узнай судьбу за копеечку. А му пирогов горяченьких. Назовите пароль. У вас продается меч-кладенец. Пароль принят. Проходите. Ну и чего это ты за пароли выдумал? Голос меняешь. Старых друзей на порог не пускаешь. Ты, Добрыня Никитич, не обижайся. А только осторожность она не помешает. Я ведь для ведьмы басурманской свидетель нежелательный. А Забава и вовсе конкурент на престол. Мне этот престол, конечно, и даром не нужен. Тем более после всей этой мышинели заморской, что туда князь понапихивал. Но царевне-то этого не объяснишь. Вот мы с Елисеем и решили на нелегальное положение перейти. Как же вам из дворца-то сбежать удалось? А Елисей хитрый план придумал. Я, значит, одежу у него взяла и парнем молодым нарядилась. А он мой сарафан да кокошник напялил. Ну, как будто я это он, а он это я. Правда здорово? Не то слово. И знаешь, это очень хорошо, что вы из дому никуда не выходите. Ты толком расскажешь, чего приключилось-то? Ага, явилась к нам, значит, эта принцесса. Ну, князь, ты знаешь, он ее сразу под ручки и дворец показывать. Вот заходят они за угол, а она рукой взмахнула и говорит: «Быть тебе не князем, а бревном бесчувственным!» И заклинание произнесла тайное. Это какое? А, не помню. То ли ляськи-масяськи, то ли трах-тебедох. Князь в обморок, а как очухался, собрал котомку и в эмиграцию. А чего ж колдовство не подействовало, что ли? А ты сам подумай. Князь у нас тонкостью душевной никогда не отличался. Соображает чуть лучше чурбана дубового. А ежели бревно в такое же бревно обратить, заметишь разницу? Понятно. А куда убег-то князюшка? Не сказывал. Письмо он должен с голубем почтовым прислать. Да только я его все равно не получу. Прилетит-то он к дворцу княжескому, а мне из дома выходить не стоит. Ну, об этом не волнуйся. Схожу к дворцу, взгляну. Эти почтовые голуби жуть какие умные. Откуда угодно дорогу найдут, прилетят и непременно в клетку на жердочку усядутся. Пойду я, пожалуй. Осторожнее, Добрыня Никитич, враг не дремлет. Ай, подходи, узнай судьбу за копеечку. Кому лягушки, налетай, пенсионерам и царевичам скидки. Подходи, касатик, позолоти ручку. О, жизнь-то какая! Да как... Ай, подходи, узнай. Приманить бы этого голубя чем. А когда на землю сядет, так и ловить сподручнее будет. Нет, на это он вряд ли клюнет. Хитрющий, зараза.
Нет, на это он вряд ли клюнет. Гадание! Ну вот, а император... Так интересно рассказывает. Ну, держись, Илья. Ай, подходи, узнай судьбу за копеечку. Спускать. Да зна... Проход за... Да я... Гадание на все случаи жизни. Приворотное зелье недорого. А не хочешь мне слушать, бы так клетку и не у надо. Тебя сторговать. Мимо гуляй. Хозяюшка. Не останавливайся. Отдельно не продаю. Только вместе с птичкой. Да не торгуйся. Знаешь, ведь мужа родного продаю. Тут дело такое. Денег у меня нету. Может, поменяешь на что? Может, и поменяю. Предлагай. А я думать буду. Нет, не то это богатырь. Ай, подходи, узнай судьбу за копеечку. Кому лягушки? Подходи. Налетай! Назовите пароль. У вас скидки. Продается меч-кладенец. Пароль принят. Проходите. Мы с Елисеем будем народными мстителями. Пойду я, пожалуй. Осторожнее, Добрыня Никитич. Враг не дремлет. Налетай! Пенсионерам и царевичам назови скидки! Назови пароль принят. А эту? А это мы... Будем народ вооружать. Эх, ну ладно, Елисей, но от тебя забава. Пойду я. Осторожней. Приворотное зелье недорого. Берем лягушек, берем квакушек. А вот это, пожалуй, подойдет. Уж я этой ведьме басурманской ночью все окна в тереме остеклю. Ну, бывай, Свирит Петрович, может, еще свидимся. Подходи, касатель, позолоти ручку. Не волнуйся, Свирит Петрович. Как принцессу злобную одолеем, спадут с тебя чары ее. Ты, главное, высоко не летай, а то расшибешься. По травке лучше попрыгай, червячков поклюй. А мы быстренько. Ай, подходи, узнай судьбу за копеечку. Эй! Бульон летающий. Гляди, какая клетка удобная. И кормушка есть. Гадание на все случаи жизни. Приворотное зелье недорого. Отнесу к Елисею. Вместе и прочтем. Ай, подходи, узнай судьбу за копеечку. А му пирогов горяченьких. Лягушки свежие, с утра в болоте квакали. Назовите пароль. У вас продается меч-кладенец. Пароль? Вот, стало быть, прислал наш князюшка письмецо.
Пишу вам, мои дорогие с чужбины, с самого туманного Альбиона, в просторечии Британией прозываемой. Погода тут противная, сыра. Очень тоскую по нашей Руси-матушке. Это по-научному ностальгия называется. Дальше-то что? Как там без меня народ? Жив ли? Не балуется? Нормально ли питается? Передавайте привет всем, кого знаю. И всем, кого не знаю, тоже передавайте. Да не томи ты, Добрыня. Суть читай. Суть, знать бы, где она. А, вот, по скриптум. Узнал всю правду про басурманскую принцессу. Вот она у меня где теперь. Целую, князь. И все? И все. Ясно. Надобно мне, други, в путь-дорогу снаряжаться. Найду князя, да лично обо всем потолкуем. Надо же, а ведь права была гадалка-то. Ну вот и добрался. А ведь и правда туманно тут. И сыро. Надобно срочно стаканчик чего-нибудь горяченького, а может и горячительного пропустить, пока чихать не начал. Где тут корчма-то у них? Заодно и про князя расспрошу. Обычно хорошие нитки на дороге не валяются, а тут воно как. Ну и работка у тебя. Весь день на улице. Доспехи от сырости не ржавеют? Еще как, сэр. Иногда даже с места сойти не могу. Тогда жена меня домой на тележке увозит. Если вы благородный господин, для вас всегда найдется уютное место и кружечка эля. Илья Иваныч! Эх, ма, да это ж князь. Ну, дает. Трон прошляпил, страна под игом басурманским, а он тут бражничает. Ну уж потолкую я с ним по душам. Простите, сэр, но вход в данное заведение разрешен только благородным особам. Но будет врать-то. А князь наш как туда попал в таком случае? Говоря о благородстве, сэр, я имел в виду не свойство души, а громкий титул. И совершенно согласен с вашим утверждением о том, что это не всегда совпадает в одном лице. Если вы благородный господин, для вас всегда найдется уютное место и кружечка эля. Сэр, вход только для благородных особ, как минимум рыцарского звания. Но что ты будешь делать? А богатырь русский тебе не благородная особа? Да я вашим рыцарям 100 очков вперед дам. Хошь на мечах, хошь на булавах. А уж на кулачках так и говорить нечего. Сэр, умом я понимаю, что вы правы, но закон есть закон. Если вам так уж необходимо пройти внутрь, поговорите с нашим всемилостивейшим королем Артуром. Думаю, вам не составит труда получить от него рыцарское звание. Ну не дури, дай пройти. Я ведь и осерчать могу. Сэр, вы можете меня убить, но на мое место придет другой. Ну, где там их король Артур? Пора ему меня в рыцари записывать. Ну, чего? Приличный городишко. В Киеве, правда, красивее. И теплее. Хороша селедочка. И просолена, видать, на совесть. Кому пудинг? Посмотри в глаза этой селедки, богатырь. Разве ты можешь не купить такую красавицу? Ну, ничего, такая рыбка. Упитанная. Жаль, денег нет. Ну, не беда. Да будешь, приходи. Один возьмешь, беда, как за двумя еда. Придешь. Наши блины со сметанкой поди получше будут.
Кому еда пудинг? Еда как еда. Наш... Вот эту штуковину ни за что есть не стану. Больно вид у нее подозрительный. Овсянка, сэр. Ваш путь к здоровому желудку. Всего один золотой. Свят, свят, свят. Да неужели это есть можно? Купи пудинг, богатырь. Всего один золотой. Хочешь, съешь. Не хочешь, домой сувенир привезешь. Где ж его взять, золотой-то? Нет, туда мне пока не нужно. Сельте, Васи, подходи, укуси. А, вон в тех палатах каменных поди и живет этот самый Артур. Здравствуйте. Приветствую тебя, путник. Что привело тебя ко двору знаменитого и благородного короля Артура? Ну, то есть к моему двору. Да пустячок, в сущности. Мне бы в рыцари записаться. Только по-быстрому, а то мне еще страну спасать. Помыслы твои благородны, а фигура внушительна. Но этого мало. В наши дни каждый рыцарь должен иметь свою фишку. Понимаешь? Чего? Ну, ты должен уметь делать то, чего не умеют другие. Как-то выделяться из общей массы. В общем, хочешь стать рыцарем? Продемонстрируй мне что-нибудь интересное. Ну, я это... попробую, в общем. Ну, чего тебе еще не ясно? Удиви меня необычным умением, и я посвящу тебя в рыцари. Вот такой могу фокус показать. Ну, это старая фишка. Сэр Ланцепуп, рыцарь железного черепа, так на каждом перу развлекается. Он даже полный бить пробовал, но за это его самого потом колотят. А это за фишку не сойдет? Старо как мир. Это любимая проделка сэра Эрика, рыцаря стального кулака. Как-то раз он так увлекся этим занятием, что расколотил все винные бочки в своем подвале. С тех пор он вступил в орден трезвенников и возглавил крестовый поход в какие-то ессентуки. Можно, конечно, еще раз ее кулаком расколотить. Правда, вряд ли это поможет. А ежели так? Было, было, было. Этим у нас занимался покойный сэр Седрик, рыцарь лишенной совести. Бывало, после похода скинемся по паре золотых, выставим бочонок доброго эля, накроем круглый стол, только сядем, вбегает сэр Седрик, хрясь его и пополам. Скажу тебе по секрету, у него было много врагов. Ну, я уж не знаю, чего и придумать. Вот это к разве. Хороший удар. Прямо как у сэра Уильяма, рыцаря доброго пинка. Так далеко у него, конечно, никогда не получалось, но это его фишка. Не отвлекай меня попусту от важных размышлений. А вот гляди, чего умею. Увы, ничего нового. Это фокус сэра Бриана, рыцаря двух половинок. Однажды во время войны с сарацинами сэр Бриан тайно пробрался в их лагерь и переломал там все копья. Так что утром сарацинам ничего не оставалось, как сдаться. Жаль, что сам герой этого не увидел. Последнее копье оказалось железным древком, и у сэра Бриана развязался пупок. Ну чего тебе еще не ясно? Удиви меня. Сегодня в голову... Чудо-завтрак за один золотой. Кому пудинг? Традиционный британский пудинг.
Всего за один золотой. За один? Это не селедка, это практически целый кит. И всего за один золотой. Нет, туда мне пока не нужно. Вот эту штуковину ни за что есть не стану. Больно вид у нее подозрительный. Один возьмешь, за двумя придешь. Селедочка свежая! Думать сперва надобно. Овсянка, сэр. Нет, туда мне пока не нужно. Вот эту штуку... Кому пудинг? Еда, как и... За один золотой, с хвостовой головой! Пудинг вкусный! Гляди-ка, уже убрали все. Вот что в иноземцах ценю, так это порядок. Не отвлекай меня попусту от важных размышлений. Вот такой могу фокус показать. Ну, это старая фишка. Сэр... Думать сперва надо. Можно, конечно, еще раз ее кулаком расколотить. Правда, вряд ли это поможет. Пудинг вкусный. Чудо-завтрак за один золотой. За один золотой с хвостовой головой. Нет, туда. Лучший завтрак для... Гляди-ка. Ну чего тебе... Я был бы вам очень признателен, сэр, если бы в следующий раз при демонстрации ваших умений вы обошлись бы без меня, сэр. А? Да не вопрос. Артуру-то все равно не нравится. Спасибо, сэр. Примите этот золотой как знак возникшего между нами взаимопонимания. Вы дали слово, сэр. Помните об этом.
сэр, не подходите ко мне близко. Я немного нервничаю. Не знаю почему, но вы мне нравитесь, сэр. Вы дали слово, сэр. Помните об этом. Вот эту штуковину ни за что есть не стану. Больно вид у нее подозрительный. Лучший завтрак для джентльмена. Ну-ка, давай сюда свою селедку. Попробуем. Один возьмешь, за двумя придешь. Хороша селедочка. И просолена, видать, на совесть. Кому пудинг? Селедочка свежая. Ну как, богатырь, вкусно? Вкусно-то вкусно. Да только пить теперь хочется. Спасу нет. Полезная овсянка. Один возьмешь, за двумя придешь. Если я сейчас чего-нибудь не выпью, сам в селедку превращусь. Ох, а этот Ихель ничего. На пиво наше похож. Потрясающе! Великолепно! Целый бочонок доброго эля одним духом. Это отличная фишка, сэр Илья. Своей королевской властью я посвящаю тебя в рыцари. И зваться тебе с этих пор сэр Илья Муромец, рыцарь дубовой бочки. Спасибо тебе, Артур, король британский. А теперь пойду я. Дела не ждут. Если вы благородный господин, для вас всегда найдется уютное место и кружечка эля. Благородный Илья Муромец, рыцарь дубовой бочки, пройти желает. Вот так бы и раньше. Добро пожаловать, сэр. Ой, Илюша, ты даже не представляешь, как я рад тебя видеть. Ну-ка, иди ближе, я тебя расцелую. Ты чего ж это делаешь-то, а? Страна в опасности. В палатах княжеских вместо трона кровать бусурманская стоит. А ты здесь зенки заливаешь. А вот этот Илья зря. Не надо на меня напрасную возводить. Я ведь не просто так. Я ведь агентурную работу вел. Про бусурманшу нашу информацию выведывал. Ну, рассказывай, чего выведал. Расскажу, все расскажу, но попозже. Я тут, в общем, задолжал немного. Расплатиться нечем. Помог бы ты мне, Илюшенька. Хорошая шкура, прочная. Из такой, что хочешь, сшить можно. Хоть сапоги, хоть шапку. Сколько должен-то? Да пустяки. Не помню точно. Там вон корчмарь. Ну, бармен по-ихнему. Все на бумажке записывал. Сколько должен-то? Да пусти. И много ли князь русский тебе задолжал? А у меня все записано, благородный сэр. Вот, значит, эль, 18 бочек, икра белушья, ведро, цыгане, 2 табора, медведь ручной, 1... Посуда битая, мебель поломанная, компенсация леди Честертон за оторванный подол, компенсация лорду Честертону за помятый доспех, да плюс чаевые, всего 10 000 фунтов.
мать честная. Может, скинешь чуток? Сэр, я и так не включил в счет стоимость коня сэра Бахлоса, которого увели цыгане, и омлета для епископа Кентерберийского, который съел медведь. Да ты в своем уме, князь? 10 000 фунтов. Ты что ж державу позоришь? Ой, ну увлекся. Раззадорился малость. С кем не бывает-то? Ты-то меня понимаешь? Тебя-то я понимаю. Я не понимаю, откуда мне деньжищи такие взять. Я вот тут думал на досуге. Может, Артур займет? Ну, по-свойски, как монарх монарху. Ты б спросил его, Илюшенька? Да уж, придется. Ты уж заплати за меня, Илюшенька. Престиж страны на кону. Рад видеть тебя, рыцарь дубовой бочки. Что привело тебя ко мне? Мне нужна помощь, благородный король. Ты пришел по адресу, сэр Илья. В этом мире очень мало дел, в которых не мог бы помочь великий король Артур. Мне нужны 10 000 фунтов. И это, к сожалению, одно из них. Увы, мой друг, казна моя пуста. Социальные программы, благотворительность, проект развития села, прогрессивное правление так дорого обходится. Пожалуй, тебе стоит поискать кого-нибудь другого. А у кого занять можно, не подскажешь? Ума не приложу. У всех, кого знал, я сам уже занял. А у кого занять можно? Ума не при... Очень рад вас видеть, благородный сэр. А скажи-ка мне, служивый, не завалялись ли у тебя случаем 10 000 фунтов? Увы, сэр, такие деньги в нашей стране могут быть только у одного человека, и имя ему Робин Гуд. Это еще кто такой? Купец, что ли? Скорее наоборот. Робин Гуд — это благородный разбойник. Он отбирает деньги у богатых и отдает бедным. Правда, при этом немного оставляет себе. Если хотите найти его, ступайте в Шервудский лес. Если вы ищете деньги, благородный сэр, вам нужен Робин Гуд.